тебе, мой дорогой друг! Меня зовут Альберт, и приветствую тебя на моем втором канале, который называется Альберт Геймс, и мы играем в разные интересные игры, не только Roblox и не только Майнкрафт, а в разные другие игры. И сегодня, ребята, мы продолжаем с вами играть по многочисленным просьбам, а точнее по нескольким комментариям, потому что больше у меня нету, поэтому, ребят, пишите комменты, пишите мне 1876 комментариев, прямо сейчас миллиард комментариев мне напишите, и все будет офигенно. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Альберт Геймс, на мой второй канал, на основной канал, в общем, на все это подписывайтесь. И в прошлой части мы с вами прошли целых 11 уровней, и это было довольно-таки сложно в этой игре, потому что здесь действительно нужно спасать вот эту странную девушку, которая везде влипает в какие-то разные непонятные ситуации, но все ситуации, в принципе, интересные, поэтому хочется узнать, что будет дальше. Ну что, поехали. Дерево переграждает дорогу. Объедь его! Объедь! Гаспол или рычагами выдернуть? Рычагами выдернуть. Я надеюсь, это правильно. Я надеюсь, это правильно, потому что эта игра максимально нелогична, ребят. Максимально нелогична. О, зомбарит, зомбарит с двух сторон. Зомбарит с двух сторон. А это означает то, что сейчас будет какая-то задачка. Газпол или красная кнопка? Газпол! Фух, что за красная кнопка была? Убирайся с дороги. Ё-моё, гипер-пупер-супер-дупер-дупер зомби! Огромный. Вот теперь кнопку нужно использовать. Или вырулить. А, ну я просто поехал в другую сторону. Не, так дела не делаются. Так дела не делаются. Поэтому по новой, Миша, по новой. Так, ладно. Здесь я помню то, что нам нужно просто-напросто поднять. А там мне нужно, значит, супер-пупер кнопку использовать. Выдерки. Тут есть дополнительные, кстати, задания, но они либо же за донатом открываются, либо же тебе надо просто смотреть рекламу. Ну и рекламу я смотреть не хочу определенно. Так, что мне делать? Так, конечно, Газпол. Просто Газпол. И поехал вперед. И поехал. И поехал. И поехал. Тогда что? Какой огромный зомби. Конечно, эти красные кнопки. Давай попробуем так. Я трансформер. Я трансформер. С ума сойти. О, кстати, ребят, я получил подарок. Этот подарок, я так понял, то, что открывается каждый раз, когда накапливаются там вот эти проценты. Давайте посмотрим, кстати, что у нас там за скины открылись. Ё-моё, давайте купим новую вот это. Фу. Возьмем вот это новое пальтишко. Так, также. Поехали дальше. Нам надо еще сегодня скриншот для превьюшки выбрать. Это мы сейчас с тобой сделаем обязательно. Так, снова загрузка. В прошлый раз загрузка не шла после того, как я выключил интернет. Вот сейчас я включу интернет, она загрузится. Видишь, 0%. Все, загрузилось, да? Ну, допустим. Пожалуйста, загрузись. Вот, отлично. И прям сразу миллиард реклам. Просто сразу же миллиард реклам. Так, 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 пошло, пошло, пошло дело. Вор! Как, ребят, вор подошел. Он говорит, дай денег. А у меня нет денег, я убегаю. Чтобы у меня было куча денег, надо кучу лайков. Точнее, у нее. И у меня тоже. Поэтому ставьте лайки. Так, телефон или кошелек? Телефон. Я позвоню полицию. А, нет сети. А что бы я сделал кошельком? Нет, ну пожалуйста, ну только не реклама. Ну ё-моё, ну только я от нее избавился. Серьезно. Ребят, я только избавился от рекламы, она снова ко мне вернулась. Ладно, поехали. Поехали, 13 уровень, и тут у нас вор. Так, и нам нужен снова скриншотик. Типа, ага, дай баблишку. Так, и я вот так, хоп, скриншотик быстренько, типа, воришка тут у нас, баблишка просит. И кошелек. Тебе вам отдал кошелек, а там нет ничего. Ха-ха, пустой, обманул дурака. Приходи еще. А, ну, типа, я еще излю, не знаю, кожура банановая. Неожиданно, неожиданно, но помогает. Неожиданно, но это все помогает. Мне нужно скользнуть. Молоток! В окно! Конечно же, в окно ускользнуть нельзя. Здесь, ребят, здесь нужно действовать прямо, думать максимально логично. Просто максимально логичнейше, чем никогда-либо. Потому что половина уровней без логики, половина с логикой. Поэтому на кону же нельзя выпрыгнуть. Чего не подсказывают, ребят? Обязательно прямо каждый уровень подсказывайте мне в комментариях. Прямо каждый уровень. Ой, не надо же было на телефон жать. Нет, не хочу, не звони. Не звони мне, пожалуйста.
Что видишь, с ней вообще происходит? Что с ней не так? Почему за ней то вор, то еще кто-то? Он идет за мной. На, кошелек. Ха-ха-ха. Подавись им. Подавись этим кошельком. Подавись этим кошельком. Там все равно денег нету. Так, что теперь? Что теперь? Что теперь? Банан на кожуру. Это я помню. Это я помню еще с тех времен. Мне нужно ускользнуть. Ну, допустим. Вот это что за рычаг? А, это типа я остановил поезд. Остановила поезд и побежала. Прекрасная мадам. Мадам просто прекрасная. Просто прекрасная мадам, которая выдумывает какую-то дичь вообще просто. А ладно. Поехали дальше. Что же с ней дальше произойдет? А, снова пес. Только не эта страшная собака. Что это за электрический столб? Давайте электрический столб. А, ну типа не пописает, а мы пройдем мимо. Типа вот эта штучка, это я пощекотал бы, она меня сгрызла. Лавка, только не садись! Мне нужно присесть, говорит! А. Кран. Давайте ширму, что это? Быстрая смена. А. Просто переоделась. Опять этот вор, опять этот вор. А, стукнем, по-моему. Забей его! Прекрасно, просто прекрасно, ребят. Сейчас прям уровни пошли просто вот так вот. Просто уровни вот так вот сейчас идут. Просто идеально. Просто идеально идут уровни. С ней все хорошо, она веселая, опять вор. Он крадет из магазина. Давай вызовем полицию. Эй! Ха-ха-ха-ха! Попался, сейчас тебе приедет полиция. Сейчас она тебе засунет мотыгу. Куда подальше? Ой, уронил все. И что? А я могу отмотать назад время. Это правда работает. А сачок для чего? Ну, логично. Сачок ни для чего. Мне нужно что-нибудь сделать. Да застрели его нафиг. Ой. Ха-ха-ха. Типа, я должен был охранную систему поставить им. Ребят, ток сказал то, что, говорю, пошло все очень легко. Нет, нифига легко не пошло. Эта тетка вообще максимально тупая. То есть, они нужно прям максимально следить и следить. Вызываем полицию. Так, после мы отматываем время вспять. А потом ставим эти антенны. Типа он преградил путь, просто капец. Вот этим каким-то коробкой. Эту коробку можно было ногой пнуть и все, и побежать дальше. Тем более, она что, полицейский? Она сначала убегала от вора, как жертва. А теперь, короче, почему-то она спасает всех. Ну, это тупость какая-то. Ну, это тупость, ребят. Это максимальная тупость. То есть она сначала убегает от вора, потом спасает вора. Потом вообще не пойму, что. Потом она женится на нем в конце. Возможно, она потом женится на нем. Так, не надо мне ничего получать. Движемся дальше. Ух, 16 уровень, ребят, 16 уровень. Так, едет на самокате. Сейчас что-нибудь произойдет. Он идет за мной! Опять этот преступник. На тебе, лифчик. Возьми. Так, оно ускоряется. Сейчас километров 100 в час. А, у него теперь на КамАЗе. Он теперь на КамАЗе. Что это за баллон? Давай кинем баллон. А, типа закись? Это ускорение, ребят, это закись. Как я должен был догадаться, нарисовали бы пламя какое-нибудь или еще что-нибудь? Это невозможно, ребят, это невозможно. Сейчас я ее остановлю, сейчас я принес остановлю. Так, здесь ему я, значит, телефон кидаю в глаза. Личи глаза. А после я ему что делал? Вертолет. Танк. На танк надо, что вот это? А, стеркой стерли танк. Ладно, что дальше? Что дальше будет? А, теперь его полиция поймала. Прекрасно, ребят, наконец-то его поймала полиция. И я так понял то, что этого персонажа мы больше с вами не встретим. Я пока не надеюсь, то, что мы больше с вами не встретим. 17 уровень, и снова нужен интернет. Снова нужен интернет, пожалуйста, но только без рекламы, пожалуйста, не включай рекламу. Не включай рекламу, пожалуйста, только не включай ее. Землетрясение, землетрясение, ребят, землетрясение. Так, оденем каску. Оденем каску, и землетрясение нам нипочем. Ум. Есть тут то? Ключ. А, нет, там же был завал. Я не заметил этот завал, я не заметил завал. Почему он в своем шкафу спросил, есть там кто? Ладненько, реклама заколебала по полной программе. Так, шлем. Там нужно все взорвать.
Не забудьте мне напомнить. И тут я просто взрываю. То есть это довольно-таки простенький уровень, да? Вот ты, блин, это вообще самый простой уровень вообще, который когда-либо был. Серьезно, до этого давали какие-то люто невозможные испытания. Типа, угадай, кинуть на танк сетку или стереть уластиком. А тут надо просто... Это не знаю, ребята, очень просто. Пока что очень просто. Мне нужно отсюда выбраться. Тут везде электричество. Резиновые сапоги помогут. Потому что лом лезть в электричество не надо. Это плачевно будет. Разбитая ваза. Время вспять. Потому что она уже так чинила. Нужно запоминать действительно то, что он делал раньше. Так много воды. Вот сейчас нужно прям действительно понять. Затыкать вряд ли. Плащ. А типа, как она затмет, лужа это сразу пропадет. Серьезно, это лужа сразу типа пропадет, ребята. Вы поверите в это вообще? Мне кажется, вы в это не поверите. Так, тут у нас резиновые сапоги. Там у нас время вспять. Да, время вспять. Так, и теперь затыкаем пробкой. Почему? Это максимально странно. Вода просто пропала. Как лужа могла испариться? Ура, лифт! Ну, давайте сегодня допройдем вот это. Тут действительно есть куча разнадежки. И, кстати, у меня есть денежка. Что-то я могу что-нибудь купить? Скин. А, типа волос тоже могу, да, купить? Давайте купим вот эти волосы красивые за 200. Так, волосы. А, там еще туфли есть. Давай туфли возьмем за 200. О, все прекрасно. А потом платье заменим. Поехали дальше. А, тут все, тут у нас загрузка. Ладно, ребят, раз у нас тут загрузка, то продолжим уже тогда в следующей части. Все, на этом я закончил. Люблю вас всех, обнимаю вас, мужчины, с вами буду послушать. И увидимся в ролике. Люблю, обнимаю, пока-пока. Увидимся в ролике. Хотите продолжение, напишите мне прямо сейчас об этом в комментариях, если вы хотите продолжение, чтобы я снял третью часть. Все, люблю, обнимаю, пока.